А замысел всего этого, видимо, такой. Когда уже люди не выдержат агрессии и кровопролития, обязательно тот, у кого есть зарегистрированное оружие, возьмется за оружие. Это закон природы, человек защищает себя. И этих людей попытаются представить как агрессоров, как инициаторов вот этого черного дыма, вот этой всей нечисти, которая творит такие черные дела, и попытаются ввести